Сюрприз, наверное, даже не то слово. Открыл дверь, захожу в палату. Супруга встала в стопор. Минуту приходила в себя, осознавая то, что я уже не Викулова у нее в палате. Поэтому обнялись. Минут через пять привезли дочь. Она еще ее тоже не видела. Обнял, поцеловал. И все. И выдвинулся. Мы очень рады за вас. Такие новости всегда поднимают настроение, особенно сейчас, когда всем нужна поддержка. Что бы вы хотели сказать людям, которые борются со стихией в эти дни? В этот день хотел поздравить своих коллег с 375-летием со дня образования Пожарной охраны России. Всех, кто сейчас находится на боевом посту, кто участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожелать крепкого здоровья, двигаться к достижению поставленной задачи. Вместе мы справимся, вместе мы сила.